Накануне торжественной церемонии открытия международного кинофестиваля «От всей души» журналистов познакомили с гостями и программой фестиваля. Мы все помним, что все-таки главная персона международного кинофестиваля «От всей души» — народная артистка СССР Валентина Михайловна Леонтьева. Мероприятия в этом году пройдут очень интересные, связанные с именем Валентины Михайловны, и коллеги сегодня еще об этом будут говорить. А мероприятие главное по этой теме пройдет с участием Евгения Кочергина, и встреча по этой теме также состоится в поселке Новоселки Великесского района, где похоронена Валентина Михайловна. Примечательно, что в этом году у кинофестиваля сразу два президента. Актриса театра и кино Вероника Лысакова – президент. И известный российский кинорежиссер, актер, сценарист, педагог Владимир Хотиненко – почетный президент. Слово дали им обоим. Я очень рада быть здесь, на самом деле, со своей такой многолетней уже президентской должности и актерской. Мне самое главное здесь – это встреча, которая проходит в Ульяновской области, потому что я приезжаю сюда каждый год, общаюсь с детьми, общаюсь с подростками, взрослыми. Владимир Иванович Хотиненко отметил, что в России проходит множество фестивалей, но ульяновский занял свою нишу. Все фестивали по-своему хороши, каждый к чему-то стремится, но вот у этого совершенно определенная ниша с ярко выраженной позицией. Фестиваль семейного кино, от всей души, весь этот набор. Но, к сожалению, по сегодняшним временам это не очень просто. На пресс-конференции присутствовал и известный российский актер Вениамин Смехов, который приехал на фестиваль со своей семьей, дочерью Аликой и женой киноведом Галиной Аксеновой. С Аликой он выступит на творческом вечере, который состоится завтра. А Галина Геннадьевна в стенах Улгу проведет лекцию по теме «Хичкок. Наше все». За 5 дней кинофестиваля пройдет множество творческих встреч не только в Ульяновске, но и в районах области. Вход на них свободный. Ирина Антонова, Константин Никитин, новости «Ульяновской правды».